Всем привет, всех приветствую на канале, с вами Владислав Берза, и сегодня я хочу снять такое видео по многочисленным просьбам, сколько я зарабатываю на ютубе. Это видео будет полезно тем, у кого там примерно столько же подписчиков, сколько и у меня почти 2000 сейчас. Спасибо всем, кто подписался, кто смотрит. Это будет видео полезно тем людям, кто... У кого есть канал, но нету партнерки, у меня партнерка Qs Group, ссылка в описании, кому интересно, можете посчитать условия и подключиться. Итак, давайте покажу, наверное, сначала с аналитика начнем. В аналитике у нас такие вот цифры, тут пишется якобы $16, но это за последние 28 дней, на самом деле меньше, потому что партнерка забирает 30% от моего заработка, остальные 70% отдает мне. Тут можете посмотреть то в видео, кому интересно. Ну, давайте покажу. Вот так вот выглядит сама партнерка Qs Group. Тут у нас все пишется, у меня еще нет рефералов. Вывод у меня в WebMoney, можно на карточку также вывести. Ну и вот тут отчет доступен. Тут $10.31. Ну и... Так, док у нас пропал почему-то. И они, в общем-то, вот поступили на WebMoney кошелек. Я вот так вот покажу, чтобы не засветить там номера. Вот, пожалуйста, Qs Group, зачислено от Qs Group. Ну, я думаю, все. То есть, я не знаю, что еще можно показать. Если вам такие видео нравятся, ставьте лайки, я буду еще делать. Только вот я не знаю, что говорить в таких видео. Тут и так все понятно. $10, столько просмотров. В общем, я думаю, это видео будет кому-то полезно. Ну, всем спасибо за внимание. Ставим лайки, подписываемся на канал. И всем пока.